Буэнос Диас, братва. Ядерный рассекнув сорет ваш экран, а это значит, что мы ищем артефакты для Оракула в Эксмахина. Поэтому садимся поудобнее, берем рычажки и лезем в кишки. Кишки, 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 оп. Усюка. Смотри, как умею. Ебать она как шальная пидорасица, вот честно. По-моему, вот этот спуск туда ведет. Ебучий лабиринт. А на карте, естественно, хуй чё видно. Ой. Вода. Купнулся. Так, вот это уже интереснее. Сука! Не угадал. Ебучий случай, ну и лабиринты. А вот где-то дьяволово очко заканчивается. Пролом в трубе, вот он. И ес, мазафака, я наконец на территории заводика. А еще точило невъебенно крепкое. Если ее не пытаться намеренно раскуярить, проживет она крайне долго. Помню, что первый артефакт находится в какой-то трубе. Ага, не в трубе, а рядом с трубой. Что это блестит? Похоже, это одна из тех вещей. Есть, кон. Так, значит, генетическая память меня не подводит. Так, после того, как достаем первый артефакт, он находится вот рядом с этой упавшей кирпичной трубой. Не в ней, а рядом. Я ошибся. Где-то должна еще какая-то труба лежать, по которой мы сможем переехать за стену завода. То ли в цех надо какой-то въехать, то ли что.
Вот это не та труба, однозначно. А вон та. Ну как не подобраться, я что-то в душе не грею. Сейчас разберусь, ладно. Ага. Вот он переход на вторую локу. Вторую часть, так сказать, марлезонского балета. Так, и с диким звуком чпок. Сик-прык. Труба настолько удачно упала, что надвое переломилась аккурат перед забором. Хуяся! Вот этот кульбит. Второй арт. Я не помню, где находится. Где-то здесь. Так, кусты. Так, в этом закоулке глухо. Значит, едем исследовать первое строение депо. Сильно не наваливаем, но при этом аккуратненько так тихо не шурша. Так, а что если залезть на второй этаж депо? Ебучие рельсики. Ой-ой-ой. Ага, там вроде бы есть проход во вторую часть депо. И там должно лежать что-то интересное. Например, кусок артефакта. Ой-ой-ой-ой. Боль и унижение. А вот второй арт. Он находится за депо. В принципе, можно съябывать. Другой вопрос, как я забыл. Вот копиво, молочко. Я ебал вас всех в очко. Так, теперь. После того, как взяли арт, вот сюда, в депо, через пролом в стене. И дальше тупо параллельно рельсам топим на выход. Все. Здесь слева вот такая вот рампочка. Хуяк. Ну почти. Вот входной портал. Перестраиваться стараемся аккуратно, но тем не менее. И просто наваливаем в сторону парковочки. Она еще и сигналить умеет. Пересад очка. Так, дайте-ка на всякий случай саванимся. Это мало ли, сейчас опять в какой-нибудь клинч влезем. И посмотрим, что же мы все-таки достали. Читер. Он не уточнил, что ему надо, так что сойдет. Пакет, письмо, диск, ключ, канистра, камень.
О, голова мутанта. Угу. Так, ну мне самое главное карта. Так, получается, сейчас даем петлю направо. Блять, пару Уралов не тяжело справиться. Так, хотя нет, одного я уже сгрыз. Да, армор пирсинг у этих штук что надо. А, вон там еще один ящик. Больше похоже на смолблок, хотя на самом деле в оригинале это был ЯМЗ-238. Так, теперь мне куда? Прямо что ли? Сохраночка. Должен мне 1000 конструкций съели к хуям. Так, значит, налево. Жухидзе. Так, ну чё, мы вроде как приехали. Главное сейчас, чтобы батла никакого не было. Иначе мы будем... А, чё... Здорово копать! Упс. Так. Я, конечно, догадываюсь, кто такой Оракул. То, что это, сука, суперкомпьютер. Или что-то в этом роде. Так. Мне проще всего будет туда съездить сначала, чтобы крюкозябру не давать. Что-то пытался там сделать. Наивный дебил. Первый ремонтник на месте. Mm.
Так, теперь туда. И туда. Заодно заедем в Апулько и стряхнем лишний лут. Что за трэш был? Так, нахуй. Второй член. Потому что реально это напоминает не то грибок, не то хуй. Третий ремонт. Третий писюн, по-моему. Вот и второй. Так, все, ремонтники готовы. Схватил, не вышло. А мы сейчас возвращаемся к Оракулу. Так, ничего интересного не вижу. Забыл. Так, сейф. По идее, тут должно быть можно срезать. Хотя, все мы знаем, что такое срезы. Когда срезаю я... По-моему, мы здесь уже пробовали даже проехать. Не, писюн. Тридцать. Нормас идем. Но мне нужен терминатор, вот прям позарез нужен. Я не помню, правда, его конфиг. Я не помню его конфиг, но... должно быть весело. Я помню, что как-то он... по-хитрому там расставлялся. По-моему, у него большой слот под ствол.
ему не тронуться. Так, что-то я отвлекся на секунду. Хочу посмотреть, сколько все-таки слотов в терминаторе. Так, ну что, модули заряжены, говнюк. Давай уже, говори, ёптать. Еще один диск, блять. Сука, и ради этого не придется переться аж в минин. Ебались крыски анкерным болтом. Ебались крыски анкерным болтом. Водка, пиво, молочко, я ебало всех в очко. Еще и поехал не туда, заебись. О, вот такой вот шон. Пока их, сука, расстреливаю еще на подлете. Хуль тут сделаешь, придется топить в минин. А это, сука, путь не близкий. Вот вообще не ближний свет переться. О, мой любимый перекресток, на котором был тот пот из какой-то из прошлых серий. Да, мясище еще то. Ну, сейчас к друидам заедем, может быть, чем-нибудь закупимся. Хуё моё, да влево-вправо. Хотя, по-хорошему, надо заехать к железячникам и закупиться нахуй бутылками. Попутно толкнув им табак, и надо посмотреть еще чё по кабинам. Я все-таки хочу натянуть себе на жопу терминатора. Дрыц-тыц-тыц нахуй. Конечно, хочу. Я что, зря ехал? Но здесь посветлее. Так, короче говоря, сделаем остановку в сете, наверное. Или сразу в лук пиздящий.
Ну да. Ебать, очело глубокое. Не, конечно, можно на скорости пропрыгнуть. Не, в принципе, я хочу сейчас позабавиться немножко. Попробую проскочить это очко дьявола на скорости. Сохраняемся. На случай фейла. Фейл. Поэтому поехали отсюда. Ага. Точно, мне что надо вот здесь через кишку ломиться. Вроде где-то видел у них терминатора, нет? Так. Рабочее оборудование я закупать не буду. Вот. Кабинки я у вас посмотрю. Боливар. Нет, не то. Так, сезон охоты на бандюгов. Заебись. Так, едем в соседнее село. Чпок. Даже не останавливаюсь. Благо бутылками я могу затариться под завязку, деньги позволяют. Но при этом я, наверное, продам ребятам табак. Че у них по кабине? Злот рок. У рока один большой слот. А мне нужен терминатор. Не помню, правда, почему, но, сука, нужен. Так, чего по системам? Еще одна сагитта. Так, электронный инжектор на скорость и мощность. И альбатрос, мощность, управляемость. Короче, ставим вторую сагитту.
И получаем максимальную скорость 154. Ну и так стоит отличный колосс. Стиринг 80. Так. Угу, так, заебись. Стопы, я ж бутылками не затарился. Вот теперь-то белозинатор поехал еще быстрее. Ебать тут очко комарино, а? Ну валит он, дай боже. Бах. Бах. Да уж, после тюнинга у него наблюдается склонность к заносам. Значит ли это, что на задней оси больше момента, чем спереди? Вот да. Не, такие кульбиты как-то это ого-го, ёпта. Но тачка жутко страдает от недостатка поворачиваемости. Блять, я привык, что это ручник пробил. В смысле? Ох, сука. Ебальник раскрылся. Чё, едем дальше? Так, откуда у меня ориентир на Ольм? В принципе, я уже в... Не. Все равно надо ездить и искать. Вдруг где-нибудь попадется на глаза. Как кошка, сука, на морду приземлился. Thank you.
неохота смотреть эту катсцену. Так, Белас еле как может уже в горочку. Ну, потому что чуть-чуть погрызли. Только хотел сказать, туда ли я вообще еду. Что удобно в Колоссе, так это то, что орудия практически не перекрывают друг друга, только в исключительных случаях, когда, грубо говоря, противник под прямым углом к борту. Тогда да. Так, надо заехать сюда. Да, блять. Я ебал вас объезжать. В принципе, я могу бутылки слить прямо тут. Тысяч. Пиздец. Зод, боливар рок. У боливара два маленьких. У рока один огромный. У рока один большой слот. Мимо нахуй. Благо, ехать осталось недалеко. Еще 2 километра пиздярить. А, сука. Хотя не, нихуя, он не 2 километра. На самом деле, учитывая, как я еду, это дело будет быстрое. Весь покрыт тюнячками, абсолютно весь. Водка, пиво, молочко, я ебу вас всех в очко. Так, сейчас останавливаемся тогда в городе.
шаримся здесь насчет кабины. Зот и бульвар, сука. А продать я не могу только молока у вас. Ладно, что у вас по стволам, черти? Хотел, не вышло. Так, фагот. И большая канистра. Короче, ничего интересного из товаров, только дрова. Во тьме ночной при свете дня, давай по новой, Миша, все хуйня. Сейчас даем квест, заканчиваем серию, наверное. 5000. Здесь произошло. Стенные панели сняты. За ними был тайник, но он открыт. Там пусто. Кто-то здесь хорошо поработал. Так, а вот это уже интересно. Ну вот что произошло дальше, мы узнаем в следующей серии. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, давите колокольцев и... Пока.